a season of restoration. Евангелие от Луки, 5 глава, читаю с 17 стиха. «А в одно воскресенье в Притории, когда он учил, я не Иисус, но учу слову Иисуса Христа. И сидели тут фарисеи и законоучители». Всегда есть фарисеи и саддукеи. А знаете, саддукеи — это такие грустные ребята. Их крестили в рассоле. Они любят кушать лимоны. Итак, грустные люди всегда есть, но слава Богу, что я возрадовался, когда мне сказали: «Пойдем в Дом Господень». Я пошел с ожиданием. Я был готов к тому, чтобы Иисус сделал что-то. Итак, они сидели, наблюдали, пришедшие с Халдена. Знаете, люди постоянно пишут мне в Facebook после наших передач. Я сталкиваюсь с людьми, которые смотрят нас. Недавно я ехал в Блумфонтейн, а одна женщина, которая работала на пропускном пункте, была так рада меня видеть, что чуть не выпрыгнула из своей кабинки. И дело не во мне. Она смотрит служение каждое воскресенье. Она сказала: «Я хочу прийти в вашу церковь». Некоторые люди живут в километре от церкви и никак не могут в нее прийти. Я хочу сказать вам, что жаждущие люди придут со всех городов и селений. Они придут и наполнят все пустые места во имя Иисуса, потому что настало время церкви вернуться во дворы Божии. Этот ковид украл у нас многое. Одна из вещей, которую он украл у людей, это жажда по Богу. Я хочу сказать, что на прошлой неделе сел и включил телевизор, как и все вы. Я благодарен Богу за телевидение. Для меня честь служить сегодня у вас дома. У меня был бронхит. Я кашлял так, как никогда не кашлял в своей жизни. Возможно, Бог хотел укрепить мои связки на ближайшие 30 лет. Я сел перед телевизором и смотрел это чудесное музыкальное служение. Слушал проповедь пастора Глена. Он чудесный проповедник. Но я подумал про себя. Это не то же самое. Я считаю так же, как судья в Шотландии, который называет онлайн-поклонение легкой версией поклонения. Я готов пойти дальше и сказать, что онлайн-поклонение — это разбавленное поклонение. Оно не дает людям полноты присутствия Божьего. Я муж Божий, у которого есть отношения с Богом. Это не то же самое. Сегодня вы в Доме Божьем, так что пошумите. Возможно, некоторым из вас нужна жажда, чтобы приходить хотя бы раз в церковь в воскресенье. Пошумите! Прославьте Иисуса, аллилуйя, ощутите снова жажду. Голод. Бог не придет туда, где жажды нет. Бог не придет туда, где люди не нуждаются в нем. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой коснулся сердец людей, чтобы они жаждали. Он не встретится с вами там, где вам комфортно. Фарисеи, учителя закона, поклонялись Богу головой. Они упустили движение Божие, как упускают многие сейчас. Я видел голод в Йоханнесбурге. Я не критикую других, но некоторые церкви за 15 месяцев не провели ни единого служения. А многие христиане ни единого разу не пришли в церковь. Они считают, что это нормально. Вам стоит прийти к Иисусу. Вам стоит вернуться к Иисусу, вернуться во дворы Божии. Вам стоит одеться утром и вернуться во дворы Божии, потому что Бог встретит вас там, где вы жаждете Его. Недавно я смотрел телевизор. Я не часто слушаю христианские ток-шоу, но там один молодой парень говорил о новом церковном порядке. Он говорил, что Бог использует вирус, чтобы переформатировать церковь. Он хочет переформатировать свою церковь не по библейскому стандарту, который был установлен 2000 лет тому назад. И Бог будет использовать этот вирус, чтобы закрыть церкви, и люди поклонялись Богу через технику.
А почему же Бог не сделал этого во время чумы, от которой погибло 70 миллионов в Европе? Почему Бог не сделал это с пандемией гриппа в 20-х годах, от которой погибло 40 миллионов человек? Не стоит увлекаться чрезмерной духовностью и говорить того, чего вы не знаете. У нас есть шаблон, явный шаблон, Божий путь. Это поместная церковь, собрание святых. Сатана пытается разрушить церковь через пустую философию и обман. Не забывайте, что в обмане всегда есть определенная мера истины. Он всегда идет параллельно истине. Нет нового пути, потому что нет новой Библии. У нас и дальше будут крусейды, их будет больше, чем обычно. Мы должны восполнить то время, что потеряли во имя Иисуса. Давайте, евангелисты, мы будем проповедовать громче. У нас будут большие собрания. Мы наполним больше стадионов. Мы будем радикальнее во имя Иисуса. Мы сбросим сатану с плеч. Мы не поддадимся во имя Иисуса. Мы станем сильнее, чем раньше. Мы не будем молчать. Воскликните «Аминь». Мы не будем бесхребетными христианами. Мы рождены от Бога. Внутри нас живет великий Бог. Бог не дал нам духа страха, но силы любви и здравого ума. Мы не сообразуемся с этим миром, но преобразуем этот мир. Мы не соответствуем шаблону этого мира. Мы меняем порядок и шаблон этого мира. Мы не преклонимся перед социалистической идеологией мира, которая идет с востока, а не с запада. Мы не преклонимся перед гендерным вопросом, когда люди не знают, мужчины они или женщины, мальчики или девочки. Я мужчина от рождения и горжусь этим. Я женщина от рождения, кто-то скажет из вас, и горжусь этим во имя Иисуса. Так что воскликните «Аминь». Мы не пойдем по пути биологического кризиса, который нас хочет вовлечь в мир. Слишком много мира в церкви и слишком мало церкви в мире. Слишком много идей мира в церкви и слишком мало идей церкви в мире. Бог говорит, я буду править Сиона, я установлю свой порядок Сиона, я принесу надежду Сиона через церковь. Сион не будет молчать, потому что слава позднего дома будет больше славы раннего. В эти дни Бог будет творить снова. Бог изольет Духа Святого на наших сыновей и дочерей. Поднимается величайшее поколение, которое изменит этот мир. Воскликните «Аминь», если верите в это, и прославьте Господа. Я люблю проповедовать. Аллилуйя! Возможно, все дело в том, что я оставил свою розовую маску дома. Я чуть не сказал что-то, из-за чего у меня могут быть неприятности. Но вернемся к словам. Итак, эти интеллектуалы сидели. Бывает, говоришь с людьми, они отвечают. У нас церковь для интеллектуалов. Мы не кричим и не хлопаем. Похоже, а вы интеллектуальнее Бога? Который, как сказано у Сафонии, спрыгивает со своего престола и радуется за вас. Бог весьма эмоциональный. Он дал вам эмоции, чтобы вы могли выразить свою радость и хвалу Ему. Если вы пришли сегодня на каблуках, то поднимитесь на ноги и прославьте Духа Святого во имя Иисуса. Все эти уважаемые люди, ай-яй-яй. Часто, чем больше у человека степеней, тем интеллектуальней он себя считает. Ваши степени не связаны с вашим интеллектом. Я встречал множество людей со степенями, у которых не было здравого смысла. Если вы хотите быть интеллектуалом, то фокусируйтесь на горнем, на Слове Божьем. Забудьте себя. Примите то, что говорит Бог. Почитайте Бога так, как Он говорит. Следуйте Его пути, а не вашему, потому что ваш путь — религия. Все эти люди сидели там. Мы видим одно из самых удивительных мест Библии. Библия говорит, «И сила Господня являлась в исцелении».
Когда люди собираются, то есть нужды эмоциональные, телесные, сердечные, нужды в отношениях, финансах. А так как Бога привлекают нужды людей, Он всегда является там, где учат словам Иисуса. Марк говорит «при Господнем содействии». Он подтверждал слово чудесами и знаками. Там же сказано, что Иисус пошел в свой родной город и не смог совершить там чудес из-за неверия или фамильярности людей. Разве это не Иисус, сын Иосифа, плотника? Когда мы говорим о восстановлении поклонения, то часть его состоит в том, что Дух Святой хочет восстановить чувство величия Божьего в церкви, почтительного страха, не страха, который приносит демонические оковы, но страха, который возносит Бога. Ты стоишь в величии Божьем. Я сидел в среду, занимался своими делами, и тут приходит Бог. Он врывается в мои дела. Я начинаю плакать и каяться, даже в том, в чем не собирался каяться. Я не тот, кто постоянно думает о грехе. Я пришел во дворы Божии, и ко мне пришел Иисус. Я не сказал ему: «Привет, Иисус, давай поболтаем немного. Знаешь, чем я тут занимаюсь?» Я упал на колени, упал на землю, как Иоанн на Патмосе, когда увидел Иисуса. Его поразило величие Божие. Присутствие Бога коснулось его. Послушайте, харизматы. Да, мы должны прыгать, хлопать и прославлять Его, но мы не должны терять чувство почтения к Богу Всевышнему. Когда мы приходим в церковь, мы приходим поклониться Богу, который превыше всех. Мы поклоняемся великому и вознесенному. Мы поклоняемся Элохиму, Яхве. Нас искупила кровь Иисуса, и мы имеем право возносить руки, потому что завеса разорвана, и мы можем приходить и поклоняться Богу. Мы можем поклоняться Богу, поражаться этому великому Богу. Вот почему мы не можем служить Ему, между прочим. Мы приходим к Богу, и время останавливается. Нас поражает Его величие. Он всегда полон милости, благодати и любви. Но у нас должен быть правильный взгляд. Я был в Америке, проповедовал. Бог пришел ко мне туда, в отель. Он не остался в ЮАР, а пошел со мною. Я давно понял, что это диалог, а не монолог. И как я ищу Бога, так и Бог ищет меня. Не он был потерян, а я. Он нашел меня и спас меня. Он не оставил меня. Он идет за мною и любит меня. Если поднимусь на небо, Он там. Если спущусь в ад, Его присутствие там. Ничто не может отделить меня от Божьей любви. Вы лишь должны научиться уважать Бога, когда Он приходит. Я уверен, что если бы сюда зашел президент, вы бы все повскакивали, но вы приходите в церковь, где находится Царь Славы, и вы такие пассивные. Я не под законом, а под благодатью. Попробуй любить так свою жену. Попробуй так встречаться с девушкой мимоходом. Он невидимый. Библия говорит, что хоть он и невидимый, мы любим его, потому что он прикоснулся к нам. Вот почему так важно приходить в церковь. Это его обитель. Да, он живет в вас, но это место его обитания. Послание Ефесянам, 2 глава. Мы все являемся местом его обитания. Сион. В пророческом смысле это церковь. А вот почему сатана делает все, что в его силах, чтобы церковь оставалась закрытой. И поэтому последние полтора года я непрестанно боролся за то, чтобы церкви открыли безопасно и ответственно. Мы не хотим потерять то, что Адам потерял в Эдемском саду. Это явную славу Божию, которая приходит, когда люди жаждут.
Они служат Богу, между прочим, как им удобно. Когда мы встретимся с Иисусом лицом к лицу, то не станем перед Ним и не скажем: «Эй, Иисус, послушай, ты классный!» Не имеет значения, из какого вы поколения. Миллениалы думают, что имеют право говорить с Богом неуважительным тоном. Вы не супер-супер поколение. До вас было много поколений, которые должны были следовать той же Библии. Можете называть это старомодной религией, но она не старомодная. Она такая же реальная сегодня, как была вчера. Бог, который открыл себя Моисею у горящего куста. И верующим на день Шавуота хочет открыть себя вам. Не имеет значения, насколько вы сильны, каких размеров у вас бицепс или голова, вы поймете, насколько ваша голова мала, а бицепс слабый. Вы поймете, что Иисус — это все. Вы влюбитесь в Иисуса, это изменит ваше поклонение, изменит все. Не забывайте, что фарисеи были людьми, которые изучали Писание. В Евангелии от Иоанна 5 главе, 39 и 40 стихах Иисус говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Мы можем так зацикливаться на поисках истины, что упускаем тот факт, что Писания указывают на истину, на личность. Его зовут Иисус Христос. Он Сын живого Бога. Писания призваны привести вас к удивительному Иисусу. А когда вы приходите к Нему, вы получаете доступ к Его силе, Его присутствию, Его обетованиям, Его благосклонности. Он становится драгоценной жемчужиной вашей жизни. Вы поражаетесь Ему вновь и вновь. Вы не можете насытиться им. Как муж, который очень любит свою жену, он может видеть ее по 50 раз на день, и каждый раз он говорит: «Вот это да! Красотка! Ты прекрасна! Ты просто удивительна!» Он не может насытиться своей женой. Как мы можем насытиться Богом? Как можем делать это чем-то, связанным с головой? Как мы можем переводить свои отношения с Богом в сферу интеллекта и думать, что это приведет нас куда-то? Это отношения сердца, в которых Иисус становится всем, ведь иначе вам не видеть силы Божией в своей жизни. Итак, эти фарисеи сидели там. Сила Божия была там для кого? Для них, чтобы исцелять их. Но ни один из них не ожидал ничего. Они просто сидели, пытались найти слова, за которые можно было бы покритиковать его. Они следили за тем, какой закон он нарушит. Не нарушит ли он закон иудаизма или римлян? Этим людям не было дела до нужд народа. Им нужно, чтобы все было правильно. Но не все, что правильно, хорошо. Я перефразирую. Не все, что общество считает правильным, праведно для Бога. Нет ничего праведного в том, чтобы не пускать людей в церковь. Прославьте Господа. Если сегодня вы здесь, в этой церкви, аллилуйя. Не знаю, как вы, но вот я решил... Вы верите, что Бог принесет восстановление? В вас нет голода и жажды. Я не тот проповедник, который лжет людям. Бог не встретится с вами там, где вам удобно. Он встретится с вами в жертве, когда вы будете служить Ему, когда это будет стоить вам чего-то, когда вы скажете своему парню: «Можешь сидеть дома, а я пойду в церковь».
Когда вы скажете своему отступившему мужу: «Милый, приятного аппетита, но я одеваю детей и иду в церковь, я буду поклоняться Господу. Тебе стоит понять, я люблю Иисуса больше тебя. Ты должен осознать это. Я люблю тебя больше других мужчин на земле, но Иисуса я люблю больше. Он возлюбил мою душу и жизнь. Я не скомпрометирую свои отношения с Иисусом Христом. Как сказано в Псалме, у всего есть конец, но ваши отношения с Иисусом будут длиться в вечности. Аллилуйя! Аллилуйя! Воскликните аминь и прославьте Его во имя Иисуса. У всего есть конец, ковид закончится, а где вы будете духовно на тот момент? Пастору приходится тянуть вас в церковь. А почему? Ваша новая философия сделала вас теплыми. Итак, эти люди были там, но у них не было голода. Иногда люди приходят в церковь, но без голода. Они не участвуют в хвале и поклонении. За 34 года на посту пастора я слышал, как люди говорят: «Пастор, мы любим Слово, но не спешим на хвалу и поклонение. Мы приходим на Слово». Они не понимают, что говорят. Я не критикую вас, но вам стоит быстрее исправиться, потому что вы воздаете хвалу Богу, поклоняетесь Богу. Вы должны приходить пораньше. За 10 минут до начала служения вы должны быть на месте. Вы должны поклоняться Богу с ожиданием. У вас встреча с Богом. Я обращаюсь к кому-то сегодня. У вас встреча с Богом. У вас встреча с Богом. То, как вы уважаете и почитаете Его, определяет тот уровень, на котором Бог проявится в вашей жизни. У вас встреча с Богом. В воскресенье у вас встреча с Богом. В тайной комнате у вас встреча с Богом. Я не критикую вас, я пытаюсь вам помочь. Вы хотите двигаться в пробуждении, которое Бог приготовил для вас, но тогда вам не нужна теплая и разбавленная мирская версия церкви. Вам нужна библейская истина, голодное сердце, смирение. Вернитесь во дворы Божии на основании Божьего Слова. Я говорю вам, вы увидите божественное восстановление, благословение и прирост в жизни. Если вы живете недалеко от нас, приходите к нам. Я говорю это смело. Вам нужно наставление, нужно поклоняться Богу. Каждое воскресенье я в Йоханнесбурге. Бог сказал мне нечто об этом городе. Мы увидим великое пробуждение в Йоханнесбурге. Как приятно быть на сцене там после полутора лет перерыва. Я ощутил нечто, что нельзя объяснить. Я хочу сказать всем нашим зрителям: Бог любит вас. Когда вы достаете уголь из костра, костер продолжает гореть, а уголь, который горел, гаснет. Вот что сделала изоляция. Вы должны вернуться в поместную церковь. Я говорю это, потому что люблю вас. Я мог бы держаться за телеслужение, потому что в ЮАР у нас самая популярная передача. Мы вещаем миллионам людей и так далее. Но я понимаю, что вам нужна поместная церковь. Нужны отношения с Иисусом Христом, которые не будут ограничиваться вашим диваном и телевизором. Возможно, вы говорите сегодня: «Пастор, я потерялся. У меня проблемы с Богом. Если я умру, то не думаю, что попаду на небо. Я хочу помолиться за вас там, где вы находитесь». Но вы должны принять решение и сказать себе: «Я начну читать Библию, я вернусь в церковь, я буду служить Богу, буду общаться с другими верующими». Вам не нужно немного хайпа в воскресенье. Вам нужны отношения с другими верующими. Если сегодня вы хотите восстановить свои отношения с Богом, то положите руку на сердце у себя дома. Не думайте о своем муже и детях, которые раздражают вас. Просто положите руку на сердце и скажите: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе».
Спасибо, что Ты возлюбил меня таким, как я есть. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я хочу знать Тебя. Хочу следовать за Тобой. Хочу быть Твоим учеником. Поведи и направь меня Своим Духом в церковь, где я смогу расти и процветать во имя Иисуса. Спасибо, что принял меня и возлюбил таким, как я есть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я знаю, что Бог услышал вашу молитву. Заходите на наш сайт, свяжитесь со своей церковью, пройдите курс наставничества. Ангелы на небе радуются, а мы давайте поаплодируем нашим чудесным зрителям. Мы радуемся вашему решению вместе со всеми ангелами небес. Вы ценны и важны. Приходите в церковь в Блумфонтейне и Йоханнесбурге. Пусть Бог обильно благословит вас. Увидимся вскоре!